Хаммад. Я когда-то нашел эту папку в макулатуре, которую нас посылали собирать после уроков в школе. В детстве я стеснялся своего имени, представляясь по возможности Вовой. Оказалось, однако, что данное при рождении мне имя настигло меня в тот момент, когда я совершенно забыл о той роли, которую, как я рассказывал друзьям, должны были сыграть в моей судьбе тайные доктрины Вавилона. Сейчас, Вова, особое время. Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Лихорадка, как на Колондайке. Единственное место, где крутятся реальные бабки – реклама. Мы с тобой берем, подготавливаем болванки для всех серьезных брендов. Нужна простая, четкая, русская идея. Просто потеряли на время духовности за всей этой байды. Работа нужна? Слушай, а куда мы едем? Сейчас увидишь. Да, с монополией в России, матушке, проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут. Люди еще и думают, что это их улицы. По своей природе любой политик – это просто телепередача. Нужно дать народу шоу. Над Кандагаром была круче! Тогда он забудет про все, про маму, про папу. Самое главное, он забудет про правительство. Учитывая многочисленные обращения в мой адрес, мною предпринято следующее. Я больше ничего не умею, кроме как писать плохие слоганы. А это что такое? Что от него будет? Сам увидишь. Боишься? Голову пригни, там потолки низкие. Не поняли еще, да? А мы его сами создадим. Мне не нужна логика. Мне нужен компромат. Солидняк! Наверняка! Вот ты пишешь коллективное, бессознательное. Сам знаешь, что это такое? Ну, на уровне коллективного бессознательного. Марковин, ты не знаешь, что это такое? Про это ты не думай. Вообще никогда. Ты не боишься, что есть кто-то, кто знает отчетливо? Раз деньги дают, значит, кто-то в этом заинтересован. Щипать себя ты должен сам. Настоящая мафия – это вот как раз те, кто у джойстика сидят там. 5 человек. Манипулируют нами. Думал ли я когда-либо, что когда-нибудь стану у штурвала такой огромной махины? Татарский народный воля! Надо один очень важный вопрос решить. Гамлетовский.